На ваш погляд, взагалі, наскільки доцільно зберігати цю будівлю, зважаючи там на припустимий розмір інвестицій, так? Бо в деяких випадках побудувати нове легше, ніж відновити те, що ми вже маємо. Да, это хороший вопрос, который, ну, то, с течением времени все, шансы на то, что оно будет восстанавливаться, то, что кто-то за это возьмется, они стремятся к нулю. И, допустим, два года назад, когда мы начинали эту компанию, там был шифер, там была абсолютно целая крыша. Вот, и на том этапе, допустим, можно было там, ну, это стоило столько-то денег, да. Чем дальше, тем больше будет. Есть ли смысл его восстанавливать? Ну, напротив, в здании через железную дорогу находится желтое, это бывшее заводоуправление, до этого это была школа, тоже содова, но она имела статус природа, не природа, памятка архитектурная, ну, спадщины. Вот. Но это здание сгорело уже давно без крыши, уже развалилось и тоже, судя по всему, не подлежит восстановлению. Я не знаю, я не хозяин, но для того, чтобы вот ее восстанавливать, надо понимать под что. То есть, когда ее строили, они знали, что там будет больница. Точно так же для того, чтобы ее восстанавливать, надо понимать, что там будет. То есть, если это там молодежь и спорт, там, если там делается, ну, к примеру, музей, то это одно. Если там какой-то дата-центр, там, то это другое. Там, если там, ну, то есть, как бы отель, там, ну, в общем, какие-то были в том году там вместе с департаментом накидывали идеи, чтобы там могло быть. Там все, что хочет, могло быть, потому что это здание. А здание можно использовать по разным назначениям. То есть, если появится, кроме тактики и стратегии, если появится еще и визия и концепция, ну, что будет с этим зданием, то тогда можно будет сказать, да, есть смысл его восстанавливать. Если, ну, к примеру, делать больницу, то нет, потому что, ну, вот онкоцентр, ну, вот они отказались от нее, потому что она не подходит по многим требованиям. С нуля делать больницу, конечно, дешевле будет, и она будет технологичнее. А если мы говорим о музее или там о каком-нибудь таком, ну, культурном хабе, что важно сохранить вот эту вот составляющую культурно-архитектурную, то тогда есть смысл сохранять. То есть у меня однозначного понимания нет. Но если бы я не считал, что такое здание должно стоять, и что не так уж у нас их и много, я бы не занимался два года вот этим вот этой нервотрепкой. Ну, я себе и другим как бы трепаю нервы, и за два года, ну, как бы, как видите. То есть обладминистрация, ну, за два года не смогла, ну, решить этот вопрос просто между собой, у себя, в своей песочнице, кому передать и кто за это будет отвечать. Ну, о чем мы можем говорить, какие визии, тактики и стратегии.